Меня зовут Ольга Журавлева, это программа «Одна». Здравствуйте. В одной из прошлых передач, это было так давно, больше двух недель прошло, в одной из прошлых передач я предложила вам делиться открытиями недели. Ну, какими-то вот мы с вами там возбужденно обсуждали то яблоки, то цветущую сирень, то еще какие-то удивительные вещи. Я понимаю, что за время моего отсутствия вы наделали такое количество открытий, что и двух часов не хватит. Но, тем не менее, выберите, может быть, какое-то наиболее удивительное открытие, которое вы совершили в последние, скажем так, неделю-две. Я хочу сказать, что я действительно была в отпуске, и открытия происходили просто постоянно, всевозможные и самые разнообразные, и открытия какие-то человеческие, как мне кажется, и такие бытовые. Но была я в Хорватии на одном из островов, самый последний из населенных от материка. Ну, то есть уже дальше там населенных хорватских островов нет. И вот, собственно, была в такой маленькой рыбацкой деревушке, которая получила статус города в какие-то 90-е годы только. И вот это вот последний населенный пункт хорватский. Дальше уже в море, там уже не живут постоянно. Ну, во всяком случае, так пишут во всяких справочниках. Игорь интересуется, где продают такой загар. Загар как раз совершенно бесплатно раздается, очень легко. Ходишь по улице, получаешь загар, очень просто. Приходишь на пляж, его опять выдают. Очень смешно постоянно читать прогнозы погоды, чтобы спланировать какую-то свою жизнь, потому что когда солнышко и тихое море, то прекрасно можно провести время на пляже, а если как-то чуть-чуть похолоднее, а может быть даже небольшой дождь, то можно куда-то поехать, что-то посмотреть. Не так жарко. Ну вот почти каждый день метеослужбы откладывали наступление этих самых дней облачных и дождливых. А в какой-то из дней, когда было просто вот все часы, было написано ливневый дождь, гроза, что-то еще, один раз что-то такое покапало. Ну, действительно, была переменная облачность. Так что дождя я так и не встретила. Хотя, судя по прогнозам, я пережила, в общем, непростые времена в плане погоды. Так, спасибо большое всем, кто уже отметился. Екатерина пишет, как вы так правильно отпуск подгадали. В Москве сентябрь снова не задался. Расскажите, где отдыхали. Екатерина, вот как раз по поводу того, что в сентябрь снова не задался. Вы знаете, в соцсетях, и в частности в Фейсбуке, есть такая прелестная функция. Можно узнать, что было год назад. Ну, о чем вы писали год, там, 2-3 года назад. Иногда в тот же день, иногда какие-то там окружающие дни. Можно всегда отлистать, или вот Facebook просто предлагает, что было год назад. И вот как раз, по-моему, день или два назад я была как раз годовщина этого сообщения о том, какая чудесная в Москве погода. Так что ровно год назад сентябрь очень даже задался. Он был такой волшебный, прекрасный и солнечный, что я даже написала, что спасибо большое за такую чудесную погоду. И все комментаторы меня в этом поддержали. Так что в прошлом году сентябрь нормальный был. Не надо. Здесь все было хорошо. Так. Юджин как-то очень сурово настроен. Еще одно лето позади, на год старше. Ну, по-моему, еще одно лето прожить на своих ногах, там, я не знаю, как-то более-менее бодро его встретить, это всегда прекрасно. Кстати говоря, вот тоже я наблюдала в такое время, когда едешь отдыхать, курорты еще вполне себе теплые и гостеприимные, но уже сезон такой острый спал. И в основном, естественно, семьи без детей, либо молодежь какая-то еще загулявшая, не учившаяся или не учащаяся, либо пенсионеры. И вот разнообразные пенсионеры, немецкие, американские, английские. Вот я их наблюдала в большом количестве уже не первый раз. Я уже несколько раз в такое время ездила как раз в Хорватию. Это очень любопытно. Во-первых, она совсем не френдли для, ну, скажем так, плохо ходящих людей, потому что очень много гор, очень много всяких городов, где половина улиц вообще из лестниц состоит. Гостиница, например, вот в моем случае номер был чудесный, 29 ступенек вверх. И ничего сделать нельзя, потому что дома старинные, и там вот, ну, хочешь не хочешь, а никакие другие варианты не предусмотрены, только ступеньки. И при том, что вот, ну и на улицах тоже нигде там эти скаты в средневековых городах не оборудуются в большом количестве, не так уж много всяких удобств, огромное количество пенсионеров, причем очень пожилых,
Ну, есть бодрые. Мне очень понравилась американская бригада такая, сидела в кафе за соседним столиком, и у них были какие-то такие нашивки, или я не помню, что-то на майках написано. Обычно, кстати говоря, группы такие вот путешествующие, они одинаковые, в одинаковом цвете, ну, как спортивная команда, и это очень удобно, потому что они, разбредаясь по набережной, можно сразу отследить, куда пошли члены твоей группы. Так вот, одна из таких американских команд состояла из, ну, не скажем так, не молодых дам, и у них это был дамский велоклуб. То есть вот при этой самой жаре, при этих самых горах, при этом самом... Ну, в общем, они, наверное, были достаточно такие здоровые в физическом смысле женщины. Они все это дело путешествуют на велосипедах. Я вам скажу, это могучие люди. Правда, одна уже там сидела простуженная, она уже там, видимо, в какой-то дождь или ветер попала. В горах довольно прохладно, может быть, в какой-то момент, хотя там не очень высокие были горы. Вот. И много таких вот путешествующих, причем иногда бывает целая группа разновозрастных, допустим, немцев или там, я не знаю, кого угодно. Еще, кстати, хорваты тоже отдыхали вот в тех местах, где я была, довольно много было их отдельно, семейного отдыха. И вот эти пенсионерские группы, там разные есть люди. Есть люди со слуховыми аппаратами, есть люди с двумя клюками, потому что, ну, явно проблемы с опорно-двигательным аппаратом. И ничего, по булыжнику, то есть просто те люди, которые с ним рядом идут, вот с этим мужчиной с какими-то проблемами, видимо, тазобедренный сустав или что-то в этом роде, они просто идут помедленнее. Но, тем не менее, он путешествует. Он идет с трудом, да, он каждые там несколько метров, он должен внимательно следить, куда он ставит свои палки, там, как он перемещается и так далее. Но потом он останавливается, вокруг него, пожалуйста, Адриатика, все там цветет и все чудесно, и можно останавливаться там в массе кафе, всевозможных там забегаловок, садиться можно вообще где угодно. Вот это тоже меня всегда поражало. Достаточно выехать из вот таких огромных городов, как наш, и вроде бы Сплит, второй по величине город Хорватии, там все вообще 2000 лет истории, Диоклетиан там свою дачку построил, и внутри, собственно, город в средние века жил. И можно сесть на любую плитку на улице, на ступеньку, на что угодно, и уйти в таких же чистых штанах. И это совершенно... Вот, я не устаю этому восхищаться. Ну, кстати, я даже в Германии в какой-то момент обнаружила, у меня были очень светло-голубые джинсы такие, были в свое время в моде очень такой цвет вареный, что называется, джинсы. Они не желтеют. Сколько бы ты в них ни ходил, где бы ты там ни возился, ну, вот почему-то так, не знаю. Так, сентябрь в этом году чудесный, пишет Нина, только прошедшая неделя была плохая. Народ помнит плохое, а хорошего будто и не было. Вот, Нина, поэтому я и люблю такие напоминалки на Фейсбуке, которые говорят о том, что вот в прошлом году было очень хорошо. Или, например, в позапрошлом году было гораздо хуже, чем сейчас. Ну, или как-нибудь еще. Максим интересуется, где ипподром. Вы не поверите, Максим, по-моему, уже месяц с лишним, как его нет в этом месте. Сняли передачу. Извините, пожалуйста, Максим, я тут замещаю. Подсидела Плющева. Так, Котову привет. О, кстати, действительно, у нас же сегодня не Василий, у нас же сегодня Николай. Это же очень важно. Я, все, кто заинтересованы, да, во-первых, я передаю привет вот от Валеры из Забайкальского края. А во-вторых, все другие заинтересованные, кто не видит, кто у нас звукорежиссер, я вас оповещаю. Сегодня Николай Котов. Так, ну что там с открытиями-то? Скажите, пожалуйста. Вот, Анастасия. Для меня эта неделя была самым лучшим открытием в жизни, так как я наконец-то встретилась с человеком, с которым мечтала встретиться с 2012 года. Я просто в таком восторге, что эмоции перехватывают до сих пор. Он IT-блогер. Анастасия, я вас поздравляю. Главное, чтобы осуществлялись мечты. А, кстати, еще об открытии, которое я для себя совершила как бы совершенно неожиданно. Ну, во-первых, как здорово, что можно пользоваться мобильными телефонами, где попало. Если раньше это была такая страшная дороговизна, что все, выезжая за границу, там либо симку, либо что-то, ну как-то, в общем, а тут я вдруг поняла, что можно уже не... Ну, не так это дорого, это не смертельно, если тебе нужно позвонить таксисту или в гостиницу уточнить что-то. Это большая радость. Подходишь к гостинице с чемоданами, вроде адрес правильный, все хорошо, закрыто, никого, ни рецепции, ничего. Ну, это не гостиница, это просто дом, который сдают люди, которые живут в совершенно другом месте. И
там на дверях какая-то, ну, лицензия, там указана звездность, там еще что-то такое. И написан телефон. Звонишь. Здрасте, здрасте, мы приехали. А, отлично, сейчас я маму пришлю, мама подойдет, вас проводит, все нормально, ключик принесет. Мама оказалась вполне бодрой, хотя, конечно, каждый раз, когда она взмывала на этот самый, на эти 29 ступенек, она несколько была, как сказать, утомлена. Ну, мы старались как-то, тоже к этому быстро привыкаешь, к жизни среди горок, лестниц и так далее. Да, еще, кстати говоря, удивительное для меня было открытие в вопросах экономии. Узнавали, как нужно плыть на соседний остров, чтобы посмотреть еще там другое какое-нибудь место. И выяснилось, что довольно дорого, потому что билет на паром, который ходит там раз в день, например, туда, он стоит 200 кун. Кстати, опять же, за время поездки в Хорватию, так получилось, что я много раз была в разных местах, обнаружилась такая вещь, она совершенно не радостная в смысле того, что рубль упал, но это очень удобно. Теперь хорватская куна 1 к 10 относится к рублю. Считается все идеально. То есть написано 200 кун, а значит 2000 рублей. Очень удобно. Ну вот, и выяснилось, что билеты на плавсредство в нужном направлении стоит 200, и ходит он там в четверг, например, в удобное время. Звоним таксисту, спрашиваем, не мог бы он нас привезти в порт, потому что жили мы не в том месте, откуда ходили сюда. Он говорит, слушайте, а во вторник тоже есть рейс, но он за 50 кун. О, отлично, замечательно. Но я вам скажу, когда есть хотя бы небольшое волнение на море, то эти 50 куна, они оказались боком вышли, потому что укачивало на этом небольшом катамаране совершенно жестоко просто. Я даже не ожидала, что такое вообще бывает. Ну, тем не менее, поездка состоялась, хотя она была, конечно, омрачена этой неприятностью. Мое открытие, пишет нам Стас Путильцев. У меня есть хорошая знакомая коллега по театру «Чтеца». Мы с ней после занятий отлично погуляли. Мне 23, а ей 37. В чем открытие, скажите, пожалуйста? Вы узнали, сколько ей лет? Или, я не понимаю, что вы узнали, что человек в 37 лет способен гулять? Уверяю вас, Стас, и не только в 37. Опять же, вот, судя по моим открытиям жизни зарубежных пенсионеров, он способен гулять еще очень долго. Открытие было в сознании того, что ты остался и предоставлен себе один. Жизнь изменилась, увы, не в лучшую сторону, и даже без подписи. Слушайте, но если жизнь изменилась, и тем более не в лучшую сторону, то вы уж как-то поделитесь, может быть, мы что-то придумаем, подпишитесь. Может быть, вы найдете сейчас людей, которые хотели бы как-то скрасить ваше одиночество, если вы об этом. В Хорватии куны, пишет Евгений из Пензы, не знал, не задавался этим вопросом просто. Это же древнерусская единица. Правильно, Евгений. А самое-то интересное, что куна, да, куница, это все правильно. Монетки, они вообще очаровательные, потому что в зависимости от вот эти вот копейки, я не помню, как они называются, потому что там на обратной стороне вместо там какого-нибудь Георгия Победоносца или той же куницы, там нарисованы всякие растения или рыбки. А рыбка, по-моему, кстати, на одной куне, на монетке. А на вот этих вот копеечках, там, например, нарисована веточка маслины и написано «маслина». А на другой, значит, нарисована мята и написано как-то «духан». Ну, понятно, мята же, она же пахнет. Ну, в общем, в плане языка Хорватия совершенно очаровательное место. Если человек не говорит по-английски, можно просто попросить, чтобы он объяснил на своем языке, и с некоторыми усилиями, но понять можно. И опять же, если будешь говорить по-русски, он тоже немножко напряжется, но догадается о чем. Так, вот как Стас объясняет. Открытие в том, что, оказывается, со мной интересно общаться и гулять тем, кто намного старше. А так мы с ней давно планировали гулять. Стас, ну, во-первых, не так, чтобы очень намного. Это только сейчас кажется, что это большая разница. Вот представьте себе, что вам 72, а ваша спутница намного вас старше. Ну и что, большая там принципиальная разница-то? Мне кажется, что нет. Так, побывал на страусиной ферме, пишет нам Евгений. Видел и трогал страусов Эму. Получил массу удовольствия и открыл, что они спокойны и доброжелательны. Евгений, вот это да. Слушайте, я тоже хочу потрогать страусов Эму. А, кстати, я тоже вот по поводу мира животных совершил тоже одно маленькое открытие. Чрезвычайно доброжелательные ослики встречались.
которые... Ну, во-первых, собак огромное количество. Даже во всех туристических буклетах там пишут, что вот эти вот острова, вот эти места, они вообще очень френдли, что называется, к питомцам. И много есть мест, где можно останавливаться с животными. По улице в основном вокруг ресторанов ходят такие без... Не то чтобы очень призорные кошки, но, судя по их худобе. И их там кормят со стола. Вот кошки – это местные жители. А сами туристы приезжают со всевозможными собаками. Собаки страшно симпатичные, видят тебя еще в конце улицы, уже рад тебе, там, машет хвостом. Одна там была наша приятельница по имени Майя, что-то вроде бульдога с кем-то еще перемешано, которая просто при виде прохожего бросалась на спину и требовала, чтобы ей чесали живот. Ну, то есть, совершенно какие-то невероятные. А при спуске с горы среди каких-то фирм, где там виноград, оливки и все такое, обнаружился привязанный ослик. Девочка. Ослик-девочка, девица, которая тоже, как собака, увидев людей, натянула веревку и побежала тыкаться мордочкой, и вообще, чтобы ей почесали между ушами. И я такого вообще не ожидал. Я со слами имела дело на Кипре, где там есть такое туристическое развлечение, как катание на осликах. Но там было все как-то очень массово. Группа туристов приезжает огромная, там огромное количество всяких, очень разных по размеру и по статусу, видимо, ослов, там всех, значит, сажают, в стульчик иногда ставят, потому что осел высокий, всех обучают, значит, управлению ослом, и все по возможности мчатся на этих ослах там до следующей какой-то, до следующего пункта. Но там как-то не успели хорошо пообщаться с этими животными. А тут, видимо, ей было скучно стоять на веревке, там, привязанной где-то в огороде, и она при виде людей просто была счастлива пообщаться. Я вот как-то не думала, я знала там, что есть такие животные эмпатичные, что называется. Оказалось, что ослы тоже. Так, так. Диггер, я вот не понимаю, вы иногда так туманно пишете, не всегда понимаю ваши смс-ки. Давайте уже друг другу поможем. Только вот у нас всех, как помогать, так странные нахнаховые профиты и фамильные приоритеты. Диггер, вы как-нибудь попроще пишите. Я вот сейчас просто так расслабилась, что я сложные тексты ваши не всегда понимаю. Так, ну что, дальнейшие открытия, если будут, присылайте. А на самом деле тема, с которой я хотела к вам обратиться, она немножко навеяна новостями, потому что, несмотря на мое отсутствие, я все-таки следила за тем, что тут обсуждалось и что происходило, в какой-то степени навеяна. И у меня возник вопрос, а что, по-вашему, что для вас такое стыд, стыдно? Вот есть масса вещей, и постоянно люди друг другу бросают всякие упреки, особенно в обсуждениях в соцсетях, это просто непременное условие, друг друга стыдят. Постыдились бы там такое писать, так говорить, там, не знаю, так голосовать, еще что-нибудь, или не голосовать. А вот что для вас, собственно, стыд? Потому что словом-то бросаемся в разных направлениях, и вспоминаются мне вот эти детские присказки, что стыдно, когда видно. На самом деле это не про то, что девочка в короткой юбочки подпрыгнула, и у нее там что-то такое видно, что, конечно, в детстве и было самым важным. А на самом деле я иногда думаю, что ведь действительно люди там, например, стыдятся, не знаю, там, обнаженного тела, там, каких-то интимных, физиологических или еще там каких-то вещей, отсутствие зубов все тех же или там каких-то, ну, таких вещей. А делая какие-то ну, совсем нехорошие вещи, и зная, что они делают эти вещи нехорошие, они не стыдятся, если их не видят. Если никто не знает об этом, то это и не стыдно. То есть вот это вот ощущение, когда приливает к лицу и вообще как-то испытываешь страшную физическую неловкость, оно не возникает очень часто, мне так кажется. То есть промчаться на катере мимо нудистского пляжа и там с криком «А-а-а, сиськи!» это как бы пристыдить этих безнравственных людей. А подглядывать в женскую баню, если никто не знает об этом, то это нормально. Я отличный парень, очень нравственный. Все хорошо. А, так. Боже мой, как вы добрались в Хорватию? А, вы исчезли в канун журавлиного веча. Как вы добрались в Хорватию? Я догадываюсь, но любопытно знать. Евгений, вообще обычно с самолетом я добираюсь. Хотя в данной ситуации, вот до той точки, в которой мы собирались отдыхать, нужно было добираться сначала самолетом, потом на такси до порта, потом из порта нужно было отправиться на пароме. А
два, что ли, часа он идет, и потом еще раз на такси, чтобы из того порта уже добраться до города, где мы были. Так что вот как-то так добиралась. А пешком я ни разу не добиралась в Хорватию, честно вам скажу. Ну и на машине, соответственно, тоже. Потому что если речь идет о двухнедельном отпуске, потратить половину его на поездку, ну, я пока не очень готова. Тем более, столько солнца можно упустить. Так, открытие года для меня — американский футбол. Боже мой, Владимир Иванович из Калининграда не устает меня поражать. А коллега играет, и их команда участвовала в первенстве. Забыл, как называется. 4 белорусские команды и наша. Офигенная энергетика. Вроде ничего не происходит, потом взрыв, ураган, тайфун, а потом все встают или не все. И вроде опять ничего не происходит. Когда начинаешь разбираться в происходящем, очень захватывает. Владимир Иванович, это эффект еще массовости. Я уже, по-моему, рассказывала, я однажды сама себе поразилась, когда, будучи в Германии, в гостях, вышли на балкон, и какой-то шум там внизу на улице, городочек такой крошечный, Фленсбург на севере Германии. А говорю, что такое? А хозяева говорят: вы знаете, у нас местная гандбольная команда выиграла чемпионат Германии. И вот здесь их чествуют на центральной улице города. Действительно, значит, собралась толпа и чего-то ждут. Приезжает автобус, выходит красавцы, ну, гандбольная сборная, это же просто потрясающее зрелище. И все, значит, им там кричат, машут, что такое. А потом они начинают петь песню Фредди Меркьюри, вот, ну, как положено, естественно, мы же чемпионы. И вся толпа поет, половина рыдает, там кто-то кого-то обнимает. И вот даже стоя на балконе, вообще не в курсе, впервые увидев эту гандбольную команду, как ты сопереживаешь происходящему и тоже какой-то подъем испытываешь, радость, там чемпионы победили, хотя никогда не видел ни одной минуты этой игры. В общем, интересно. Так, Оля, стыд – это бессовестные мои поступки. Очевидные бессовестные поступки, если так бывает. Не совсем понятно. Александр, если сможете, позвоните. Так, Стас пишет: многие подростки стыдятся, когда родители постоянно пытаются контролировать каждый шаг своих детей. Да, вы знаете, это тоже интересный момент, потому что иногда я не хочу, чтобы вы теоретически какие-то вещи сейчас вспоминали, а вот именно себя в каком-то ощущении конкретной истории, когда вот чувствуешь, что вот это оно. Потому что есть неловкость, наверное. Вот я не знаю, у меня, например, бывает такое, я иначе как стыдом это воспринять не могу. Вот у меня, во всяком случае, такое ощущение, когда, ну, люди, например, очень плохо играют. Вот смотришь, вроде артисты, а играют так скверно, что стыдно смотреть. Ну, вот бывает такое. Бывает, поют фальшиво и еще что-нибудь. И вроде так, ну, хорошие же люди. Все вроде бы, все вроде хорошо. И так неловко при этом присутствовать. И уйти тоже неловко, а смотреть стыдно. Ну, не знаю, может быть, это какое-то другое чувство. Кстати говоря, в Хорватии в этот раз тоже было большим открытием для меня. Опять же, я чуть не восьмой раз в Хорватии. И каждый раз в разных местах была. Там то в Дубровнике, в Задаре, там то на Истрии, то еще где-то. И я слышала периодически, что поют. Где-то там какое-то мероприятие или что-то такое, где-то издали слышно, поют, причем поют акапеллы, в основном мужские ансамбли, там, не знаю, 5-8 человек. Очень похоже на грузинское, кстати говоря, пение. Просто вот по первости, по гармониям очень похоже. Это страшно популярная штука. Вплоть до того, что единственный раз, включив телевизор в номере, пошарив там по американским и прочим фильмам, которые идут, кстати, с субтитрами, почти все идут на английском языке, или там на французском, кстати, тоже фильмы идут, вдруг огромный концерт в Пуле, а в Пуле, прекрасный город, там сохранился очень большой красивый амфитеатр. И вот идет концерт, и мы в течение там 40 минут слушали хорватское хоровое пение акапелла. Это, ребята, потрясающе. И, судя по всему, страшно популярно. Мы вернемся в эту студию после небольшого перерыва. В понедельник после 17 часов в передаче «Особое мнение» редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. «Особое мнение». Понедельник после 17 часов. Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – эхо.мск.ру. В понедельник после 21 часа в передаче «Разбор полета» адвокат Илья Новиков.
футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера. «Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют. У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе. Слушайте в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи программу Петра Мамонова «Золотая полка». Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь. Да, я новости читаю. Какие еще новости? Новости, они на Эхе. Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице «Эхо Москвы». Да ну? Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать. Все, присоединяюсь. «Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать. «23:35 в Москве». Это ночной эфир радиостанции «Эхо Москвы», программа «Одна». Ночной эфир Ольги Журавлевой. Мы с вами здесь проведем время до часу ночи. Николай Котов, звукорежиссер, с нами тоже будет. А мы сегодня говорим, во-первых, о ваших открытиях последнего времени. Открытия бывают самые поразительные. Я сейчас парочку вам приведу. А во-вторых, хотелось поговорить о том, что по вашему понятию стыдно. Вот когда вы себя ощущали, что какая, не знаю, какая сфера жизни вас в это чувство чаще всего ввергало, там, не знать, не уметь, не найтись в какой-то момент, попасть в неловкую ситуацию, ну, в смысле, вот, прилюдно что-то как-то засвидетельствовать. Так, ложный стыд, пишет нам Валера из Забайкалья, излюбленное орудие дьявола, он больше достигает им, чем даже ложной гордостью. Ложной гордостью он только поощряет зло, а ложным стыдом останавливает добро. Это цитата, насколько я понимаю, Джона Рёскина. Спасибо большое, Валера. Вообще, да, ложный тоже бывает. Мы вот много вспоминали, и в Фейсбуке у меня тоже писала об этом коллега, что в детстве вообще очень много таких стыдных вещей. Ну вот просто, чем ты моложе, тем больше всяких сложностей вокруг. Мало того, что тебя учат чему-то, есть еще отдельные совершенно нравственные императивы, которые происходят от твоих товарищей, а есть те, которые от взрослых. И они разные. И вот как бы они между собой еще в противоречие входят. С одной стороны, стыдно там себя вести так-то и так-то, говорят тебе взрослые, а с другой стороны, ты понимаешь, что перед пацанами гораздо более стыдно. И даже не потому, что они тебя будут там преследовать или побьют за предательство или еще что-то такое. Ну, просто как-то, ну, это ж своя команда, свои люди. И были такие тоже страшные, ну, как сказать, не знаю, в 10, там, в 12 лет это действительно проблема, когда происходит какая-то вещь, и ты не можешь выбрать идеально правильное решение. Потом оно приходит. Сколько бы ни билась завуч перед классом, и сколько бы она ни грозила, ты не выдашь человека, который это сделал. Даже ты к этому человеку плохо относишься, даже ты считаешь, что не надо было это делать, ты его не выдашь, потому что вот, то есть в этой ситуации это невозможно, это не просто стыдно, а это просто, ну, непредставимо. И, кстати говоря, вот если какой-то человек вдруг встает и выдает, вот за него стыдно. Мне так кажется, во всяком случае. Хотя тоже у всех, конечно, свои причины. Так, стыдное детское что-то. У взрослого человека с нормальной самооценкой, мне кажется, не должно оно возникать. Прилично, неприлично, порядочно, непорядочно. Но это внутреннее решение, не должно зависеть от мнения окружающих. Владимир Иванович, интересная мысль. Над ней стоит подумать. Да, наверное, что-то детское. Ну, простите меня, а вот нынешнее обсуждение вот этой вот выставки закрытой с фотографиями обнаженной натуры. И, кстати, собственно, на выставке там никакой суперобнаженной
обнаженной натуры не было, но там много всяких вывелось в обсуждении тем, и в частности то, что это вот, значит, сумасшедшие нудисты, в колониях которых, собственно, и проводились эти съемки много лет. Он 30 лет снимает несколько групп нудистов, которые живут в разных странах даже. И возникает вопрос. Сам художник, собственно, сам автор, фотограф, он в интервью как раз говорил о том, что его поразило в какой-то момент именно вот это... Это даже не бесстыдство, это абсолютно другое восприятие наготы. Но это, можно себе представить, это группа людей, семьи, мужья, жены, там, бабушки, дедушки, дети, которые несколько недель, там, чуть не два месяца живут просто потому, что тепло, живут там где-то на побережье, у моря, у океана, и они все раздеты. Там другие категории «стыдно-не стыдно». То есть в метро появиться в одних трусах – это как бы одна история. А на нудистском пляже, где абсолютно все обнажены, и, кстати говоря, фотограф в этой ситуации, он тоже там жил голышом. Это надо тоже понимать, потому что на нудистском пляже в костюме и в шляпе выглядишь идиотом. Вот. И он говорил как раз о том, что они не его модели, там и девушки, и девочки, и совсем маленькие девочки, а некоторые девочки, которых он начал снимать еще маленькими, они потом с ним встречались уже, будучи там замужними и уже с детьми и так далее. То есть он многих знает много лет. И вот у них такое восприятие себя. И поэтому все рассуждения о том, что вот, детей заставляли, они же не понимали, вот, смотрите, у них какие несчастные глаза. А про несчастные глаза не буду, это такая категория вообще отдельная. Но просто у них... Какие бы ни были несчастные глаза, как вам кажется, или можно представляться, у них другое совершенно было восприятие этой наготы. Это не девочку с улицы привели, раздели, а потом заставляли кривляться, а она жила просто так. И мне кажется, что в этом есть разница. Так, незаслуженно срываться на близких – самый частый повод для стыда, увы. Да. Согласна. Незаслуженно, да и вообще даже и заслуженно срываться на близких. Это все-таки ужасно неудобно. Так, Алекс из Лос-Анджелеса пишет, что Хорватия и Словения очень красивые. А, рентал... О, вы яхту там брали. Могу себе представить. Да, в 2011 году. Слушайте, яхтсменов был полный самолет. Вот, кстати, тоже мне интересно. Взрослые вроде люди. И в ту сторону, и обратно оба раза самолет был наполнен группами какими-то, ну, видимо, объединенные на почве яхтинга, взрослых людей, которые вели себя, ну, как сказать, да вроде ничего особенного. Но почему нужно пить-то весь полет? И неужели взрослому дяде или тете не стыдно вот прятаться с этой бутылкой и с таким неприятным выражением лица, улыбаясь стюардессе, просить еще кока-колы, там еще какой-нибудь ерунды, чтобы вот это... Потому что на борту объявляют специально, что не надо распивать то, что вы купили в других местах. То есть можно пить только то, что тебе здесь налили, а наливают там, в общем, в лучшем случае вино. И вот эти, я думаю, нельзя 3 часа потерпеть? А потом еще самое-то чудесное. Обратный рейс был поздним, и поэтому эти люди, которые сначала как бешеные просто вот это все наливают, спрятавшись за сиденьем, или выходят в туалет, очередь в туалет бесконечная, или еще что-то такое, значит, проделывают, быстро-быстро накидались, и потом храпят. Храпят, вываливаются из сидений, потом уже при посадке, значит, подходят стюарды со стюардессами, и вот этого спящего, значит, приводят спинку сиденья в вертикальное положение, там еще что-то, и он только в этот момент просыпается. Потому что, ну, спит вообще без памяти человек. Храпел страшно, я не то, что глаз сомкнуть было невозможно. Не стыдно. Хотя вроде прилюдно. Хотя вроде бы все, ну, знакомы, судя по всему, то есть они не только здесь встретились, там кто-то, какие-то коллеги, значит, удалители, какие-то строители обратно, там тоже еще как-то связанные по работе люди. Это даже как бы весело. Это вроде как бы хорошо и правильно. Не знаю, со стороны смотришь, какая-то неловкость возникает. Ну, во-первых, они мешают. В первый полет даже пришлось как-то привлечь внимание стюардесс к тому, что просто разгул был такой. Ну, естественно, они сначала пили, потом общались, потом орали на весь самолет, бегали между сиденьями, потом, значит, кто-то из них засыпал, кому-то там становилось нехорошо. Ну, в общем, не знаю, это какой-то шайтан-арба была, не самолет.
А Наиль пишет, позвольте, а что это нудистов называют сумасшедшими? Кто не пробовал, не вправе рассуждать, я считаю. Наиль, я согласна с вами. Я не была никогда в нудистской коммуне, но на нудистских пляжах бывала неоднократно. И я вам скажу, там гораздо уютнее, чем на обычном городском пляже в любом курортном местечке, особенно в сезон. Потому что все держатся особняком. Все вежливо здороваются, когда приходят на пляж, и как-то очень корректно себя ведут. Никто не слушает музыку, например, громко. Никто никак себя шумно не ведет. Никто не бросает мусор, что, кстати, очень приятно. Ну, не знаю, может быть, мне показалось, что вот именно в этот сезон такие чудесные нудистские пляжи. Другие, может быть, по-другому. Так... А Валера пишет, что ему стыдно, когда жена ревнует к другой женщине. Я помогал ей по хозяйству. Валера, а почему стыдно? Непонятно? Не знаю. Или у вас какая-то тайная мысль? Может быть, есть причина этого стыда? Я не знаю, честно сказать. Мне кажется, это не стыдно, это просто обидно. Было стыдно, когда я переходил дорогу не по зебре, и меня засекли гаишники. Мне было 18, а им сказал, что мне 17 лет, и меня пронесло. Вам было стыдно за то, что вы не по зебре дорогу переходили, или за то, что вас поймали гаишники, или за то, что вы их обманули? Интересно. Да, Евгений Спенза пишет, но он же пьяный храпел, что тут стыдно? Вот если бы он по-трезвому храпел, орал и скакал, тогда было бы стыдно. Евгений, вот это тут парадокс нашей жизни. Сначала быстренько накидаться, потом вести себя непотребно. А непотребно себя можно вести, потому что ты пьяный. Это же замечательно. Ну, кстати говоря, я однажды в поезде столкнулась с человеком, который знал за собой такую особенность, что он храпит во сне. Ну, он был трезв абсолютно, вопрос был в другом. Он дождался, пока заснули все остальные. Мы говорим, там, типа, ну что ты, заходи, все нормально. Он говорит, нет, ребят, давайте вы все наконец ляжете, а потом я приду. А, вежливый, приличный человек, да, но есть проблемы, есть заболевания, которые вызывают такие проблемы. Ну, как-то старается, ну, ладно. Стыдно курить при маме, хотя курю 30 лет. А вообще стыд – это просто комплексы, которые вбивают в нас с детства окружающие. Светлана, ну, не знаю. А, опять же, стыдно или не хочется маму расстраивать? Или не хочется вот этого разговора, что «ах, как же ты могла». Тем более, что мама наверняка знает, за 30 лет уж, наверное, заметила. Так, в последнее время, выезжая за границу в некоторые страны, стараюсь не говорить, что я из России. Стыдно. Нина, вы знаете, тоже вот не соглашусь. У меня был такой момент, когда мне неловко было, что меня соотнесут вот с группами граждан. Когда действительно вот такая большая русская группа высыпала из автобуса. Ну, естественно, в трениках, веселая, там все вот такая же, как в самолете. И не хотелось в этот момент, чтобы окружающие соотнесли тебя с этими людьми. Поэтому стараюсь как-то не говорить по-русски, чтобы тут ничего не произошло. А потом прошло. И вот в этой поездке, каждый раз, когда очередной там либо постоялец в гостинице, либо там какой-то просто мимо проходящий, либо, ну, много людей свободно общаются, ничего страшного. Спрашивают, а вы откуда? А мы из России. О, круто. А я в Питере был. Все. Вот поговорили. А он из Лондона. Очень хорошо. То есть никакого вопроса там. Ну, единственное, что на каком-то из очень таких... Я бы сказала, крутых спусков. Это вообще было экстремальное купание, потому что при путешествии по острову обнаружилось, там есть дивный совершенно красоты пляж, который закрыт скалами с двух сторон и оставляется только узкий проход в море. Очень красиво. Такое ощущение, что ты в большой-большой пещере, только она без потолка. Но чтобы спуститься на этот пляж, там вначале написано, что вот спуск начинается здесь, и вы, в общем, отвечаете сами за себя. Ну, в смысле, мы вас предупредили. Он такой, в общем, спуск. Там помечено, какими-то, значит, на камушках нарисованы точечки, что вот вы на маршруте. Но маршрут такой, особенно по жаре, не очень, чтобы простой. И, естественно, люди не одеты там ни с альпинштоками, ни в специальной обуви. Ну, так как-то кто-то вообще во вьетнамках спускается. Круто, по камням. Я прям уважаю этих людей. И там тоже люди расходятся, как-то пропускают друг друга, потому что те, кто поднимаются, они, значит, уже высунув язык, там забрались на середину маршрута, а тут сверху еще идут свеженькие. И тоже какой-то обмен репликами. А так как я уже приобрела коричневый цвет абсолютно, и спутник мой еще более коричневый, то что, о, привет, там, типа, ребята, а вы откуда? Из России, а вы что, здесь 2 месяца уже живете? Ну, в общем, так нормально. Так, когда мне было 18, отливал в неположенном месте. Увидели девушки, смеялись. Было стыдно, хотели познакомиться, но я засмущался. Павел, вот это тоже, вот
знаете, я даже рада, что вам было стыдно. Хотя, конечно, ничего смешного-то нет в этом, но, не знаю, в последнее время я встречаю все больше людей, которым абсолютно все равно. В каком вообще положенном, неположенном, вплоть до того, что под окном это может происходить, ты высовываешься из окна, и не то, что смеешься, а просто говоришь, ну, дорогой товарищ, ну, имейте же какой-то вообще... Ну, а с другой стороны, куда ему деваться? Он же здесь пиво пьет, а дом у него далеко. Ну, вот, он где пиво пьет, там, соответственно, и живет. Так что, Павел, у вас как раз все хорошо. Было стыдно, да, Стас объясняет по поводу перехода улицы. Стыдно за то, что засекли, и за то, что соврал про возраст от волнения. Стас, вы не от волнения соврали, на самом-то деле. Вы хотели как-то избежать ответственности. Да, в общем, на самом деле, не такой уж страшной ответственности это вам грозило. Но я понимаю, почему вы волновались. Так... Наиль пишет, насчет держится особняком, не согласен. Но действуют очень общительные люди, с удовольствием знакомятся, принимают свой круг, специально не навязываются при этом. Наиль, я имела в виду именно это, что никто специально не навязывается, в том смысле, что если люди вот здесь положили свои коврики, там, пенки, не знаю, поставили там какую-то свою, свои вещи, и вот это их место, и никто не пытается здесь же прийти, вот сюда же положить свой матрасик, там, сесть, закрыть вид на море и так далее. А вот когда все это в квадратных гнездовых лежаках происходит, там вечные какие-то столкновения. А мы хотим здесь сидеть. Нет, это наш столик. А мы еще вчера здесь полотенце положили. И все время какая-то возня, и все время ощущение, что вот эти вроде бы одетые люди, они гораздо больше раздражают, чем люди не одетые, но как-то ведущие себя более... Ну, может быть, я не знаю, вопрос в том, что люди на нудистском пляже не в таком количестве присутствуют, и никаких лежаков там нет. И поэтому можно вот... Эти облюбовали эту пещерку, а те вот тот камушек. И мило переглядываются от камушка к камушку, но как-то, да, если пообщаться, пожалуйста, да, подходит, там, если что-то попросить, там, не знаю, о чем-то. Кстати говоря, здесь мне тоже очень понравилось, это местечко называлось Комежи, там очень много пляжей, которые, про которые в путеводителях написано, что они недоступны с суши. Там тоже вот такие вот спуски. То есть надо по камушкам попрыгать, либо побегать, а потом попрыгать, а потом еще вот там как-то перелезть куда-то, значит, и, наконец, сверзиться с какой-то скалы, чтобы попасть на конкретный пляж. И они вот такими вот... эти пляжи тянутся один за другим, но они все скалами отделены друг от друга. И можно, в принципе, на лодке туда приплывать. Там кто-то действительно приходил на лодках, кто-то там на какой-то попутный такси брал. Вот. И там, конечно, не очень оживленно. Там нет так, чтобы прям 40 человек, и все друг на друге сидят. Так, по-моему, стыд, пишет нам Денис, это страх неприятия. Древний инстинкт со времен, когда люди просто не могли выжить в одиночку, не веря в свои силы. Не знаю, страх неприятия, может быть. Так, не все яхтсмены пьют, пишет нам Алексей, который рассказывал, что ему в Хорватии и Словении очень понравилось. Да, Алексей, я в это верю. Я просто в это абсолютно верю. Просто мне кажется, что это была какая-то специальная какая-то группа от какого-то, не знаю, может быть, бизнес-проекта или там еще что-то. Собрали там с миру по нитке, они какую-то команду составляли, их на какую-то яхту везли. Может, какой-то корпоративный отдых. Поэтому настоящих яхтсменов мы видели, да, очень хорошие. Кстати, тоже поют по вечерам. Однажды вот немецкая сидела компания, очень милая, исполняла какую-то Розамунду, и все, значит, публика стояла на пирсе с наслаждением это слушала. Было очень мило. Так, Анна из Москвы пишет, жутко стыдно смотреть наше телевидение, когда бываю в отпуске на Украине. В Украине особенно плохо было в 2014-м. Анна, понимаю ощущения. Мне чаще не стыдно, а обидно, что меня не понимают. Валера, ну вот это как раз тут ясно. Так, Александр пишет, познакомился в клубе с девушкой, целовались. Потом она сказала, что ей 15, немного стыдно. Хотя сейчас мы друзья, и она уже взрослая. Александр, это даже в этой ситуации не то чтобы стыдно, а немножко страшно. Потому что мало ли что. И как папа девушки отреагирует, тоже неизвестно. Степан пишет, моя подруга смертельно боится летать. Летала только смертельно пьяной. Я терплю, это ее единственный недостаток по жизни, не пьет. Степан, это другое дело. Когда человек от аэрофобии напивается, чтобы без сознания прошел полет, это я могу понять.
Хотя, опять-таки, существуют, как выясняется, гораздо более гуманные способы борьбы с аэрофобией. Есть даже специальные программы, вы не поверите. Можно где-то там закачать какое-то видео волшебное или там прочитать умную книгу. И, говорят, помогает, действительно. Но, опять же, есть какие-то снотворные средства, не обязательно алкоголь. Ну, а кроме всего прочего, если человек просто сел, напился и отключился, и никому не мешал, это здорово. А если он сначала напился, потом куролесил, потом, значит, бегал в туалет, потом бегал к друзьям, потом еще что-то, потом упал. Это все как-то не про аэрофобию, мне кажется. Так... Так. Кстати, в крестьянских русских семьях говорят, мылись всей семьей. Но проблема ведь не в неприятии того или иного творчества и даже протесте, а в искусствоведах в штатском, а уж тем более в искусствоведении ряженом. Диггер, это вы про выставку? Да, я согласна. Там сразу несколько проблем. Отдельно проблема образа ребенка в искусстве. Другая проблема восприятия искусства как такового, любого. Третья проблема – это общественные реакции. А четвертая проблема – теперь лестные люди, которые пришли, сказали, мы сейчас посмотрим, что у вас там, и скажем, можно ли туда ходить. Вообще не пойми кто. Ну, я согласна. Здесь здорово. Евгений из Пензы поддерживает Алекса. Далеко не все, кто пьют яхтсмены. Это правда. Тут тоже невозможно не согласиться. Так, у меня внизу на поляне через мной построенный мост кто-то ночью косил траву. Нашел, узнал, ему было стыдно. Но наоборот, я ему новую, а вот дальше обрывается. Но я надеюсь, что вы ему новую накосили. Так, нудисты – это секта. А так смотреть на чужие телеса, мягко говоря, совсем неприятно. Таня, скажите, пожалуйста, вы на обычный пляж, где девушки в бикини со шнурочками в попе, там, не знаю, толстые старухи в некрасивых купальниках и прочая публика, вы ходите посмотреть? Вот скажите мне честно. И нудисты тоже не посмотреть. А, кстати, тот же самый фотограф, сейчас не буду произносить его фамилию, потому что наверняка ошибусь, в интервью говорит, когда у него спрашивают, как он относится к своему телу, он говорит, мне 70 лет. Ну, вы знаете, на нудистском, в нудистской коммуне есть одно и преимущество. Там всегда есть кто-то, кто выглядит хуже тебя. Это, вы знаете, очень вдохновляет, Таня. Так, про аэрофобию – это вообще терминологический вопрос. Те, у кого аэрофобия, пьют не алкоголь, а телепортатор. Выпил и на месте. Наиль, ну, если так все было бы просто замечательно. Так, как сказал слушатель, пишет Диггер, стыд гордым взрослым лишнее. Чувствовать стыд за себя – это же у нас теперь лузерство. Диггер, ну вот вы вот какой-то, как сказать, вы очень язвительный. Но вы поймите, что человек тоже может так думать. В том числе признаваться, что стыдно, уж не говоря понимать, в чем он у каждого голого короля. Культ реальной силы, причем от самих просветителей, до добра общества не доводит. Мне очень стыдно, что так и не могу донести видение этой очевидной подмены в просветительстве так, чтобы сами просветители поняли и перестали. Диггер, вы знаете, самая большая проблема, это действительно обидно, что кажется, что если людям, которые делают что-то неправильно, просто все объяснить, они поймут и исправятся. Я боюсь, что нет. Мне кажется, что все не так просто. А насчет выставки Владимир Иванович из Калининграда пишет. Вспомнилась чья-то фраза. Некоторые учебник зоологии читают как порнографию. Каждый видит в этой выставке себя. Именно свое развращенное или нет восприятие мира. Кстати, Шендерович перепостил в Фейсбуке фотографию Германии 1933 года, штурмовики перед магазином. Очень похоже. Да, Владимир Иванович, это грустно. Вот, Андрей из Казани. Стыдно, когда осознаешь, что совершил то, за что других осуждал. Как пример поведения за рулем. Да, Андрей, вы знаете, тоже вот любопытная штука, когда... Вообще не то, что осуждаешь других, но и даже как-то выступаешь, что вот некоторые вот делают то-то и то-то, а потом проходит какое-то время, и ты тоже делаешь это. И как-то так неловко, может, даже никто и не знает о том, что ты раньше это осуждал. Но очень неловко выходит. Неудобно вышло, да. Ну, кстати говоря, с поведением за рулем-то все очень просто. Надо стараться соблюдать себя за рулем только в том виде, вот, который вы считаете идеальным. А никаких допусков быть не может. Потому что на самом деле это жизнь, это очень важно. Таня пишет, а разве в либеральном обществе каждый не может делать, что хочет? Почему им не выпить и быть свободными? Таня, потому что правила на борту таковы, что выпить и быть свободными на борту нельзя.
Это правила безопасности. В либеральном обществе они существуют. Так же, как через рамочку проходить в определенных местах, так же, как предъявлять в определенных случаях документы, а в каких-то случаях открывать свою сумку по просьбе соответствующего security, хотя тебе совершенно этого не хочется. Евгений пишет, для меня чувство стыда – стимул к действиям для ликвидации его причины. Не всегда бывает. Наиль, вот я вижу в вас настоящего нудиста, я рада. Пишет, забавные байки о нудистах. Нудисты – это не секс и не секта, это просто прикольно. Наиль, это просто, вот для меня лично, это просто удобно. Едешь, например, такой на мопеде. Вдруг видишь, о, пляж. Ну, на котором помечено, что это пляж там соответствующий. Быстренько скинул все, что было, искупался, утерся полотенцем или там, что у тебя с собой, и поехал дальше. Все. Это просто удобно. Никаких дополнительных предметов, ничего сушить не надо, ничего мокрое никуда не надо засовывать. Все, все довольны и весело смеются. Что касается загара, да, он довольно ровный получается в результате, без этих вот полосочек, штучечек, дрючечек и всяких прочих неожиданностей. Ну, а если про прикол, то да, наверное, и прикол в этом тоже какой-то есть. Алло. Алло. Да, здрасте. Здравствуйте, Ольга. Вы знаете... Простите, Татьяна, а вас как зовут? А? Татьяна меня зовут. Татьяна, очень приятно. Да, лет не очень уже много, но, видимо, ума не нажила. Очень мне стыдно последние некоторое время, как ни странно, из-за любимой своей радиостанции, которую я слушаю 25 угу. лет, «Эхо Москвы». Да. А точнее, не из-за радиостанции, а из-за сайта. Поскольку лет не очень много, как-то, видимо, я очень ну, внимательно отношусь, так сказать, к пожилым женщинам, скажем так. Так. И вот, на мой взгляд, уже двух довольно существенно, я не уверена, что они об этом знают, довольно существенно обидели на сайте, когда их якобы поздравляли с днем рождения. Во как. Вот. Во-первых, мои любимые, обе актрисы. А в чем проблема-то? Просто, может быть, это действительно все поправимо. Ну, у одной переврали фамилию, угу. у Аллы Ёшко. Так. Вот, я говорю, лет не очень много, поэтому я их хорошо знаю. А вторая, Наталья Оренбасарова, уже второй день, причем я пытаюсь писать туда, и угу. не я одна. Угу. Ну, стирают все то, что не нравится. Что вот. Там, в чем ошибка? Ей туда мужицкую фотографию всунули. Понятно. То есть оба раза это просто грубая ошибка. В одном случае опечатка, знаете, в другом случае... Дело в том, что вот мне стыдно, что, во-первых, никто не проверяет, а во-вторых, не реагирует никто на... Все, я поняла. Татьяна, претензии понятны, поправить можно. Спасибо большое за звонок. Тут как раз все решаемо, потому что совершенно очевидно, что это вещи неумышленные, но это явный косяк, и его надо исправлять. Все понятно. Скажите, пожалуйста, проходят ли мои сообщения? Спрашивает Дмитрий. Да, Дмитрий, проходит. Все в порядке. Так, стыдно, когда человек чувствует себя униженным, ничего не может сделать. Ольга, ну, в общем, в этом и состоит унижение, что ты сделать ничего не можешь. По-моему, это просто такая вот комплексная штука. Каждый человек знает, что такое совесть, и ему стыдно всегда, если он поступает не по совести. Все просто. Таня, почему стыдно так в таком случае, не знаю, там, проявить слабость, например? Ну вот бывает же, действительно. А мне было неловко, а мне было стыдно там сказать, что я, не знаю, устал, или там, не могу стоять, или что мне плохо сделалось, у меня живот скрутило и так далее. Это же тоже стыд. Там громко высказать какую-то свою просьбу, еще что-то такое. Постыдился, не стал. Это же не значит, что он не по совести поступал. Все вполне по совести. Так, бывают ли православные нудисты? Максим, вот, честно сказать, я не разглядывала нудистские пляжи, но насколько я могу судить, да, таких крупных крестов я не видела. Вот все, что могу сказать. А вот в душу не заглядывала до такой степени. Стыдно мне бывает отвечать на вопросы, а кто твой муж? Поэтому и не общаюсь сейчас с подругами. Юля, а почему стыдно? А что там? Ну, видимо, это какая-то отдельная история. Слишком сложная. Или, может быть, он какой-нибудь очень важный человек? Ну, не знаю, почему стыдно. Так, 363-3659. Алло. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я уже очень старый человек. Насчет стыда.
Вы знаете, очень часто сейчас, вот за последние десяток лет, ощущать себя русским человеком, даже не русским, россиянином, человеком, страна, которая, извините, грубое слово, кичится тем, что она самая передовая, самая, раньше была самая передовая строитель коммунизма, сейчас она самая передовая строитель русского мира. Сергей, простите, пожалуйста, а вам не кажется, что очень многие люди даже не догадываются о том, как мы кичимся? Я уверен в этом, вы понимаете. Однажды я возил чехов в Пермь-36, вы знаете, что это такое. Да. Мне было не стыдно перед ними, потому что 8 человек когда-то в 68-м году вышли на Красную площадь и спасли, ну, я не знаю, авторитет, что ли, нашей страны, когда наши танки заняли Прагу. Нагло, беспринципно заняли. Так вот, мне было не стыдно, потому что эти 8 человек спасли авторитет наших людей. Сергей, простите, а ведь получается как? Если бы эти 8 человек не вышли на площадь, то нам было бы стыдно. Да. А вот сейчас мне стыдно хотя бы за то, что вот произошло с этой выставкой. Сейчас мне стыдно за то, есть огромное количество людей. 36 превратился в музей Вахры, в музей этих... Я согласна с вами, это позорная штука абсолютно, но есть огромное количество людей, благодаря которым жить не стыдно. И Ну, согласитесь, именно, вот именно есть. Именно поэтому я хожу на вот эти митинги протеста, на марши, на пикеты. Мне не стыдно, вот, понимаете, с этими людьми. Мне не стыдно с академиком Рыжовым, мне не стыдно с Маретой Марной Чудаковой, мне не стыдно с теми, кто ходит, я не знаю, с Сатаром Георгием Алексеевичем. Это люди, которым не стыдно. Ну, значит, они все равно есть. В будущем. Вот и я об этом и хотела вам сказать, что все равно люди, которыми можно гордиться, да, вот они есть. Так что все в порядке, на самом деле. Не в полном порядке, но надежда всегда есть. Спасибо вам большое за ваш звонок. Всего доброго. Так, мне стыдно, что я не... Когда я не могу помочь своим близким людям, пишет Ильхам из Казани. Но далеко не всегда мы можем все. Это, кстати, есть такие истории, когда просто нужно очень серьезно оценивать свои возможности. Стыдно, если вы можете помочь и не помогаете. Вот это стыдно. А если у вас нет такой возможности, ну что, такое бывает. Вот когда я писала, что мне стыдно, что я из России, я имела в виду то, о чем говорил в эфире Сергей. Нина, ну я вот опять же скажу, что ну, невозможно все одним цветом покрасить. И вы-то приличный человек, вам-то стыдиться нечего. Поэтому я считаю, что и Сергей приличный человек, и вообще таких приличных людей много. И нужно найти себе ориентир и представлять вот этих русских. Вот этих людей. Разве не... Я не знаю, у вас нет причин для гордости? Никаких совсем-совсем? Или вы себя как-то неправильно вели? Мне кажется, что это несколько странно. Так, Юля пишет. Стыдно отвечать про мужа, потому что он не работает. Мы это сами выбрали. У него инвалидность, ему дома лучше. Но они думают, что он Альфонс. Юля, а почему нельзя сказать, что человек не может работать, потому что он инвалид и ведет хозяйство? Что в этом стыдного? Если вы сами это выбрали, к тому же. Если они, люди думают, что он Альфонс. Боже мой, Юля. Есть огромное количество людей, которые выбирают тот или иной способ жизни. Знаете, как вот кто-то стыдит Цукерберга, что у него жена не супермодель. Ваше ли это собачье дело, дорогие товарищи? И точно так же, если, я не знаю, если у женщина зарабатывает больше, или просто женщина зарабатывает, а мужчина содержит дом, там, не знаю, занимается детьми, хозяйством и чем угодно еще. А, кстати говоря, если он художник, например, если он там, я не знаю, какое-то лицо творческой профессии, и семья договорилась, что да, вот ходить на работу будет один, а заниматься тем, что важно, я не знаю, ученый, кто угодно,
Нет никакого стыда в этом. Что в этом ужасного? Мне кажется, Юля, вам нужно пересмотреть собственное ощущение от этого. Мне кажется, что вы предполагаете, что вас примут не за тех, а на самом деле вы сами что-то с собой не разобрались в этом восприятии. Разве стыдиться и стесняться одно и то же? Стыдно, может быть, за то, что уже сделано, а стесняешься что-то сделать в будущем. Семен, ну, не знаю. Мне кажется, что не обязательно в будущем. Можно постесняться выступать на публике. От стеснения покраснеть, за, не знаю, там, за, запутаться в словах, уронить книжку, и тогда еще и стыдно будет. Ну, не знаю. Так, я горжусь, что я из России, и я люблю ее, пишет Ильхам из Казани. Слава Богу, Ильхам, спасибо, что написали. Так, Анна пишет, наши акции протеста ведь в других странах, от этого немного легче жить. Анна, вы знаете, очень серьезно мы воспринимаем какие-то вещи. Ну, правда, вот очень серьезно. Как повод для гордости и как повод для стыда. Есть огромное количество людей, которые воспринимают представителей России, как и любых других людей. То есть вот когда человек в гостинице говорит, что он из Лондона, я не пристаю к нему с Брекситом. Я не спрашиваю, что у вас там в Шотландии. Я не предъявляю претензии, что у них, не знаю, там, королеве содержание повысили на 5%, или что-то там у них такое еще произошло важное. Я просто вижу симпатичного парня, который захотел поговорить, там, как-то поприветствовал, там, о, здорово, мы живем в соседней комнате. Ну, и все, и для информации он из Лондона, так, говорит по-английски, все, все замечательно. Но когда он шумит ночью, и будет меня, то надо просто, нужно понимать, что он из Лондона, потому что когда ты будешь стучать ему в дверь и просить типа, притихнуть, надо говорить по-английски. Вот и все. И, а все остальное это уже лично человек. И там правь Британия морями, я же за леди Гамильтон должна к нему какие-то претензии предъявлять, или там еще какие-то вещи, там, что вы с Тони Блэром сделали, ну, не знаю. Мне как-то, мне кажется, это слишком серьезно все. И я думаю, что он тоже, он, конечно, несет, наверное, внутри себя там британский флаг и там еще что-нибудь. А вот за огораживание ответишь. Ну, не знаю. А, так, мне стыдно, пишет Борис, перед дочерьми, тремя внуками за нашу власть, думу, выборы и так далее. Ну, подождите, Борис, а разве дочери, у которых уже, соответственно, свои дети, они что, не граждане? Они не участвуют в выборах, не выбирают эту самую власть, думу и так далее? Мне кажется, здесь у вас ничуть не больше поводов для стыда. А, я так, старый, которому 80 и более, пишет Валера. Интересно. Так. Майкл, мне нравится, это просто и замечательно. Давайте лучше про Хорватию. Что там еще было интересного? Да много там было интересного, потому что когда ты не ходишь с утра до вечера по каким-то конкретным делам, все твои заботы сводятся к тому, как красиво, весело и как-то по возможности дешево провести ближайшее время, то многим можно восхититься и видами, и климатом. И, кстати, я где-то читала, что хорваты чуть ли не вторая по росту нация в Европе, что там какие-то скандинавы, по-моему, самые высокие. Ну и вот хорваты с черногорцами где-то там тоже фигурируют как это называется, в хит-параде. И я вам скажу, это тоже интересно, потому что когда смотришь на толпу, ну, там сразу видно группы иностранцев, ну, и слышно, естественно, тоже. А сидят вот именно, видно, что в каких-то там 2 или 3 бара было в одном месте, в которых сидели в основном местные жители. Это прям было видно. Они все такие длинноногие, они такие широкоплечие. У меня даже сложилось ощущение, что средний размер женской обуви – это 41, потому что, ну, высокие люди. И как-то в какой-то момент мне показалось, что в сплите скамейки для меня высоковато, я ногами не достаю в некоторых местах. Ну, просто вот ощущение каких-то очень таких здоровых людей в самом лучшем смысле. И это очень приятно видеть. Приятно, как обращаются с маленькими детьми, как вот с ними там занимаются. Еще, кстати говоря, была очень приятная история. Тоже мне как-то было это радостно наблюдать. Был страшный сумбур в Сплитском аэропорту. Что-то там не сложилось. То ли какие-то скандинавские авиалинии куда-то не прилетели, не улетели. Ну, в общем, получилось так, что были переполнены все места вот перед уже гейтами, перед выходами на посадку. Люди сидели на выключенном эскалаторе, на ступеньках, на подоконниках. И вот на подоконник села пара с крошечной совершенно дочерью, как я потом услышала из разговора.
что-то, нет, 4 месяца или 5, ну, в общем, такой совсем мелкий карапуз. Причем ее сначала поставили в кресле на пол, вот в этом автомобильная такая люлька, ну, или автомобильная, просто для поездок. А родители сели, собственно, на этот подоконник. И ребеночек там радостно сам себя раскачивал в этой там лапками, что-то такое размахивал. А потом мама куда-то ушла, папа взял ее, значит, дочку на руки, и проходит мимо пожилая пара, тоже куда-то улетающая, ищет место где-то присесть, потому что, ну, очень плохо с этим. И он тут же убирает все вещи, значит, их сажает. Они там как-то любезно, ну, по-английски разговаривают, кто откуда, я не слышала. Ну, может быть, они все тоже были там какие-нибудь англичане, американцы и так далее. Вот. И он говорит, да, конечно, никаких проблем. Он говорит, ну как же, а вот мама там вернется, ничего, все в порядке, она там пошла там куда-то. И какой-то начинается такой светский разговор. Ужасно милые старички. Они, естественно, интересуются девочкой. А сколько ей месяцев? Папа счастлив рассказать. Какой-то счастливый ребеночек. Как он рад. И он любуется этим ребеночком. Эти пенсионеры тоже счастливы. И какие-то такие человеческие милые вещи. И в этот момент о судьбах мира и о каких-то еще вещах люди, они просто, с одной стороны, просто демонстрируют друг другу доброжелательность и меньше всего их в этот момент волнует политика. Они говорят о самых важных вещах. О том, как чувствует себя малышка, когда она летает в самолете, и как вообще родители счастливы, что она у них родилась. По-моему, замечательно. Так, мне стыдно, что интересуемся Хорватией, а не Россией. Валера, не стыдитесь, это нормально. Интересно узнать, как другие люди живут. Так, мне стыдно объяснять другим людям, что им нечего лезть в мою жизнь. Андрей, это скорее не стыд, это немножко другое. Они всегда прикрываются лучшими намерениями. Вот человек морочит тебе голову, и трудно сказать ему перестать. Это касается и политиков, таких как Явлинский и Касьянов. Боже, и они тоже вам в голову залезают. Понимаю, что в отличие от того же, например, Кириенко, они не способны выполнять обещанные. Андрей, вот вы сейчас круто завернули. Я даже не поняла, где начало, где конец. Так... Так. Ваш самый странный момент в Хорватии, спрашивает Влад. В этой поездке? Странный? Да не, как-то все было на удивление логично. Ну вот единственное, что, конечно, укачивание в море было несколько... подпортило ощущение от острова и города Хвар. А так, да нет, прекрасно все было. Ну, был, конечно, один нюанс смешной, потому что мы что-то не заметили, мы заказали номер без кухни. Апартаменты, ну, обычно бывает там какая-то кухонька, и можно выпить чаю в номере и не бежать с утра там на завтрак или куда-то еще в кафе. Но эта проблема решилась очень быстро. Мы позвонили все тем же людям прекрасным, которые сдавали номер, и сказали, что если можно, вот завтра, когда мы встретимся, нам бы какой-то чайничек предоставить. Нам принесли чайник, посуду, всю там эту вот ложки, вилки, всю эту чепуху. И жизнь сразу наладилась. Можно было с утра заварить себе в чашечке чай в этих самых в кафе. Вообще не умеют готовить. То есть самое лучшее, что они могли сделать, это принести бесплатно чашку кипятка, чтобы заваривали свой. В магазинах, кстати говоря, там тоже очень все скромно. И в этой рыбацкой деревне магазины вообще такие очень, я бы сказала, аскетичные. Во-первых, они крошечные, там нет супермаркетов, а такие прям мини-мини-маркеты. И набор очень такой хаотический. Что касается чая, там был ромашковый в пакетиках, какие-то вот бесконечные эти фруктовые всякие штуки, и один назывался индийский. Не знаю, что там было внутри, но я так предполагаю, что тоже какой-то, значит, пакетированный черный чай. Но неизвестно, был ли он черным или нет. В общем, подробности не знаю. Так, в Хорватии высоким людям хорошо и удобно. А у нас мне в вагон метро, пригнувшись, надо заходить. Иногда забудешься и бабах. Сергей, вы знаете, с одной стороны, хорошо и удобно высоким людям. А с другой стороны, средневековая постройка и вот эти все, уж не говоря про тот же Сплит, в котором Диоклетианов дворец и еще древний Рим фактически. Очень много есть мест, я не знаю, как насчет высоких людей, но широким и широкоплечим людям не во всякую улицу можно пройти, потому что бывают такие щелочки. Хотя, я не знаю, мне кажется, что в жарком климате узкие улицы – это тоже большая радость, там не бывает солнца.
И вот когда ты по жаре идешь по широкой, тебе лупит, как положено, солнце в лицо, потом заходишь в какой-нибудь закуточек, а там уже кафе размером, как для гномиков, такой маленькие столики какие-то. Иногда, правда, в этом самом, в Сплите, столик расположен на какой-нибудь капителе от оставшейся колонны, которая торчит внезапно, тоже бывает. Так, как-то по Евроньюз брали интервью у таджикского экономиста, поймал себя на мысли, что сложился стереотип, и я на автомате уже не могу воспринимать его в этом качестве. Стыдно. Василий, вы знаете, я, кстати, много тоже об этом думала. Мы когда с покойным Александром Петровичем Пученком делали программы про налоги, и мне было интересно тоже, вот он там собирается рассказать что-нибудь про какую-нибудь часть света или время и так далее. Начинаешь копать, слушайте, Древний Восток, это же колыбель вообще культуры. Там столько всего. Выдающиеся таджикские математики были тогда, когда вы отечественного математика вообще ни одного не назовете. Просто ни одного. Кстати говоря, то же самое в Хорватии, меня уже давно, я на это обратила внимание, какое-то немыслимое количество. В каждом городе есть памятник поэту XVI века. Или XV. И как-то вот бурная культурная жизнь, а я понимаю, что вот действительно стыдно признаться, но российских выдающихся композиторов 17 века я не знаю ни одного. Что-то вот как-то... А у них, видимо, был выбор. Ну, тоже, я не знаю, Древний Рим еще у них там водопровод провел, канализацию и все такое. Может быть, от этого пошла какая-то привычка. Но потом же вроде набегали то турки, то варвары, там, то еще кто. Сначала, во-первых, на этих греческие колонии еще сначала сами славяне набежали. Вот. Ну и потом тоже было все непросто. Так. Вот, Евгений из Пензы, он понял мою мысль. У меня есть Малюся, и мне тоже сейчас пофиг судьба России. Она незавидна, я не смогу ее спасти, и мне не стыдно. Правильно, заниматься Малюсей в данной ситуации самое правильное. А там дальше как пойдет. Так, стыдно за диссидентов, которые воевали против коммунистов, за сэкономить и похавать в Макдональдсе, купить в киоске Playboy. Олег, вы чепуху какую-то написали? Диссиденты воевали против коммунистов не за сэкономить. Вот ей-богу. Так, что вы все о хорватах? Пару слов о хорватках. Семен, я не эксперт в этом вопросе, но женщины высокие, длинноногие. И просто вот проходя мимо какой-нибудь прибрежной, городской, даже пляжной полосы, можно увидеть много прекрасного. Просто вот реально прекрасного, по-другому не скажешь. 363-3659. Кто еще может рассказать историю про стыд? Если можно, общественный и гражданский стыд мы уже обсудили. Вы вот про личные ощущения. Бывает ли вам стыдно о чем-то попросить? Бывает ли вам стыдно за кого-то из близких? Как вы с этим боретесь? Ну и так далее. Кстати, в детстве, да, вот что было стыднее? Когда вас там, не знаю, ругал завуч или когда вас не брали с собой в какую-нибудь важную игру. Так, 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло. Доброй ночи, Ольга. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Вадим. Да, Вадим. Вы знаете, хочу сказать такой аспект. Очень тяжело про это говорить. Мне тяжело, зная ситуацию одного человека, что вот он инвалид, он тяжело болен, и, вы знаете, он не может доехать убрать могилу родных. Так. И его за это ругают со стороны. И даже осуждают. И он такой не один. Вот в чем дело. Скажите, а никто не может помочь, вместо того, чтобы стыдить и ругать? Дело в том, что помогают, но ему морально, его морально вот этим топчет. Ну почему ты не сможешь, не доедешь? А как он скажет, что он еле ходит? Ну, так, в общем, так обычно и говорят, я не могу ходить. Ему не то, что стыдно, он с этим живет, что он, он хочет съездить на могилу. Но те люди, которые стыдят и позорят его, должны предложить ему транспорт. И помощь. Понимаете, те люди, вот, которые стыдят и пытаются морально ему сделать больно вот таким образом, мне кажется, они не то, что... Вот, да они просто самоутверждаются, Вадим. Это вот, просто... Да, в какой-то мере, да. Ну, так вообще не стоит обращать внимание тогда на критику таких людей, потому что это какая-то... Дело в том, что он легко ранен.
помимо их, в том-то дело. И вы знаете, такая проблема у миллионов пожилых и одиноких людей, и которые больны. Понятно. Тоже. Это понятно. К сожалению, я согласна с вами, это большая проблема. Спасибо большое за звонок, Вадим. Слушайте, я вот, кстати говоря, была в этой деревеньке на городском кладбище. Ну, пошли посмотреть, очень красиво, в горах стоит бывший монастырь, там только церковь осталась, святого Николая, и там такие более древние руины вокруг. Красиво, невероятно. Вот среди гор, такой он прям как бриллиант сверкает, и отовсюду видно, он на возвышении, подняться туда не очень легко. И там же городское кладбище. Там какая-то традиция такая, что все могилы – это такие склепы. То есть большая плита, мраморная или там гранитная, и там обычно несколько человек, то есть, видимо, семейные такие. И если что, то не нужно там ничего копать или что-то такое делать, а просто, видимо, снимается плита, и вот дальше там уже есть некое пространство. Вот. И я так поняла, что это городское, вот единственное городское кладбище. Там прям написано, город очень небольшой, там, не знаю, несколько тысяч человек. Да я даже думаю, что и двух-то нет. Но дело не в этом. Все могилы очень, как сказать, они разного времени все. И там есть какие-то выдающиеся люди прошлого и так далее. Они все как-то, ну, у них, у всех видны следы какого-то внимания. Хотя там не требуется ничего делать с травкой, никакие оградки, там ничего. Но на каждой из этих плит либо стоят лампадки, которые горят, либо стоят букеты, живые там или там искусственные какие-то еще. Причем в некоторых случаях ветер сильный, с моря прямо дует, и это еще на возвышении, то есть не на самой горе, но тоже, в общем, довольно высоко. И какие-то ухищрения для того, чтобы эти цветы не падали, как-то там специальные установлены вазы и так далее. И почти на всех могилах есть цветы. И они такие, ну, актуальны. Не то, что выцветшие, там какой-то пластиковый венок, которому там 30 лет. А все в очень таком аккуратном виде. Я подумала, что людям, которые с берега, из города, туда добираются, им это, в общем, тоже нелегко. Туда подъем очень приличный. Мало того, что там подъехать невозможно, потому что дальше уже по ступенькам подъем, но и к самому вот этому месту, ну, не всякий доберется, прямо скажем. И пока я туда там забиралась, ну, понятно, турист, фотоаппарат, все такое, подумала, надо же, это, в общем, не самое удобное вроде бы для посещения. Но, тем не менее, такое очень, ну, как положено, кипарисы тоже, как во многих средиземноморских местах, скажем так. Так. Что же касается личных судов, но это же не публичное, ведь правда, некий я, например, являюсь во многом не лучшим примером уже выросшим детишкам и не во всем состоятельным помощником, например, в материальном смысле. Одна надежда, что пригожусь хорошими сторонами, если они их сыщут. К сожалению, легче перенимаются слабости, пишет Диггер. Интересная мысль. Здесь сделаем небольшую паузу. С самого утра, с 8 до 11, утренний разворот ведут Сергей Бунтман и Ольга Бычкова. Не пропустите утренний разворот с 8 до 11. Вот новый разворот. В понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» журналист Архан Джемаль. «Особое мнение» в понедельник после 19 часов. Так, все сложили, давай проверим. Ну, шкафы пустые, в холодильнике тоже ничего. А с полок все забрала? Да вроде все. Хотя нет, подожди, тут журналы. Какие еще журналы? Ну, эти, с Брэдом Питтом, Ким Кардашьян, Кэти Перри. Ну, а разве они нужны нам? А что они нужны-то? Ну, потому что это глянец, а у нас не глянец. Новые героини и новые истории, как всегда, по-настоящему. Без лишнего грима и ретуши. Потому что это не глянец. По вторникам после 22 часов. Ну, теперь вроде все. Да? Да, вроде все. Хорошо. Все налоги на право торговли, на вывески, на рыночную площадь – это всегда браво. Так? Александр Починок в программе «Фискал». Слушайте увлекательный рассказ об истории налогов от древнего мира до наших дней. Вы будете смеяться. В середине 15 века попадаются реальные упоминания в летописях «Налог на взятки и подарки чиновникам». Повтор программы «Фискал». По вторникам после 23 часов. В
вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких. Лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше». «Эхо Москвы». Минут в Москве. Это программа «Одна». Ночной эфир Ольги Журавлевой. Он уже близится к завершению. Мы сегодня говорили о стыде. Немножко говорили о моих впечатлениях и открытиях хорватских, всяких таких мелких заметках, скажем так, на полях. Но все это как бы разумно чередует. Что касается стыда, пишет тут Нина. Ехала в троллейбусе без билета, не могла спросить 4 копейки. Стыдно было ужасно, но обошлось. Это было 100 лет назад, помню всю жизнь. Нина, какой ужас был бы, если бы вам пришлось бы еще рубль штрафа платить. Потому что когда троллейбус стоил 4 копейки, мне так представляется, что рубль был штраф. Это же ужас какой-то. Позорище. Кстати, меня совсем недавно оштрафовали в трамвае, причем тоже было как-то... Даже нет, это было не стыдно. Это было как-то возмутительно, потому что я не разобрала, что там показал этот валидатор, а они все разные. Один красным огоньком мигнул, но он воспринял, а другой должен зеленым мигнуть. Ну, в общем, что-то я там не разобрала, прижала свою эту тройку несчастную и считал, что я платила проезд. А когда вошли контролеры, они прокатили мой билетик, оказалось, что не прошел платеж. И началась эта канитель. А вот паспорт, а вот дополним сейчас вот эту бумагу. Думаю, какая гадость. Причем, казалось бы, вот в Питере были совсем недавно, с дочкой ездили в троллейбусе тоже. Давка там, все, куча народу со всех задней площадки напирают. Дождь при этом, все, значит, мокрые, а дождь идет, ну, 5 дней подряд, поэтому все уже привыкли. Люди какие-то с коробками там, с какими-то штуками. И там внутри находится не контролер, а кондуктор. И те, кто проходит с электронными билетами, они просто вот, что, значит, на веру принимаем, что они это дело провели. И она и так иногда, или она, или он, кондуктор спрашивает, там на задней площадке все, значит, эти самые билетики провели? Они говорят, все. Ну, то есть только на доверие. Ну, в какой-то момент, когда поменьше народу, может, у нее там есть этот аппарат, она может проверить, прокатили билет или нет. Но если человека там что-то не случилось, ну, она тут же сама проводит возле валидатора билетом, и вот поездка снята. И не затевается со штрафами, и не морочит никому голову. Ну, бывает, но люди все живые. Ну, видимо, очень хотелось, чтобы штраф выписали. Так, Таня пишет. Словом «стыдно» обозначают и малодушие, и уязвленное тщеславие, и гордыню. Вот и путаница. Интересно. Может быть, но это, наверное, разные люди. Уязвленное тщеславие и малодушие определяют как стыд. Кстати, наличие стыда за плохие поступки используют как один из способов доказать существование Бога. Так называемый телеологический. Да, Руприхт? Спасибо большое. Стыдно стараться поддерживать разговор, проявлять интерес к человеку, заведомо зная его явно отрицательные черты. Почему, Антон? Вот, то есть настолько отвратительный человек, что надо с ним разговаривать, да? А когда видишь, как близкий друг в такой же ситуации с достоинством выглядит с подобным человеком, не замечая его минусов, великая сила. Антон, ну, не знаю, мне кажется, что здесь нужно как-то разобраться. Либо вы принципиальный и с плохими людьми вообще никогда в одном поле не сядете, либо уже тогда действительно, как ваш друг, пытаетесь с него делать. Так, а вот я нашла старое сообщение. Видимо, это про нудистов. Это неудобно ни разу. Антисанитария и мало эстетики. И в чем прикол, Таня? Ну, конечно, на городском пляже сплошная эстетика. Мы же за эстетикой туда идем. Мы хотим посмотреть на людей, чтобы они были в купальных костюмах. А если без них, то эстетики никакой. Таня, те же самые люди абсолютно. И насчет антисанитарии мне непонятно. Если у вас собственное полотенце и собственный коврик, а море, собственно, оно, как бы сказать, мокрое и, более того, обеззараживает, то я не вижу как бы особенной антисанитарии в отсутствии мокрого белья на теле.
Ну, не знаю, может быть, вы знаете больше. Так, наша техника на грани фантастики в трамвае нуждается в кондукторе. Ну, Сергей, в Петербурге продают билеты бумажные. И, кстати говоря, когда человек приехал на 3 дня, ему, может быть, это и удобнее. Просто случайно вот шел, ногу натер, увидел трамвай, фу, троллейбус, вскочил в него, купил билет. Да, это удобнее, чем, кстати говоря, у водителя покупать разовый билет, потому что это отвлекает водителя. Так... Так, попросила у брата, живущего в Москве, принять участие материальное в поправке могил родителей. Просила 3 раза, переступая через себя, но ни ответа, ни привета. Письма заказные дошли. Лишний раз подтверждение того, как Москва поглощает совесть людей. Мне за него стыдно, никому об этом не сказала. Послушайте, мне кажется, что если ваш брат живет в Москве, то не совсем в Москве дело. Вот правда. Может быть, у него какие-то особенные обстоятельства. А может быть, просто у вас такие вот отношения, что вы общаетесь с заказными письмами. И вы, может быть, что-то не знаете. Ну, не знаю. Так. Валера пишет, хочу Котова посмотреть. Валера, завидно, да? А мне Котова видно все время. Я вижу его над своим монитором. Так. Так. Мне стыдно обращаться к тем, кто тебя не слышит или делает вид, что не слышит. Но я это переживу, пишет Петр из бана. Петр, во-первых, вы не в бане, судя по всему. Вы имеете в виду от слова «банить». Так, вот еще очередной. Михаил Юрьевич, меня, кажется, заблокировали, но вы принимали мои звонки. Вас никто не заблокировал. Михаил Юрьевич, все в порядке. Теперь есть за что стыдиться. Так, матом не ругался, за что забанили, непонятно. Михаил Юрьевич, никто вас не забанил, вы на месте, все в порядке. 363-3659, сейчас, кстати, посмотрю, что вы тут такое написали. Ага, я пока не вижу, кстати, Михаил Юрьевич, здесь никакой не Михаил Юрьевич не звонит. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Вы знаете, мне очень стыдно. За пранкеров, которые вам дозваниваются. А вы совершенно не обязаны за них стыдиться, вы за них никакой ответственности не несете. Вы знаете, они выходят в эфир, и этот мат слушает ужасно. Я вот написала от имени обыкновенный, я дурак. Меня красиво пранкером зовут. Я горд, я прозвучал в эфире. Пусть русским матом интернет заменит в мире. Ведущий хихикает вас вслед. Свобода всем, мужчин здесь нет. И нет стыда за родину, что так больна, бедна, одна. Скажите, а как вас зовут? Людмила. Людмила, но согласитесь, что люди... Спасибо большое за звонок, что люди, которые вот таким образом самоутверждаются и проявляются, они вообще несчастны. Если единственное, чем ты можешь заявить себя в этом мире, это позвонить в эфир и поругаться матом, это даже не пранк. Это просто, ну, как бы очень тяжелая история. Представьте себе, человек живет, и у него нет никакой радости, кроме этой. Ничего себе. Мне кажется, что здесь только пожалеть можно. Так, вот Ира. Кому стыдно, что 80 лет – это 5-я молодость? Надо радоваться. Душа-то на 30 лет. Ира, 81 год, всем привет. Спасибо вам, Ира. Прямо вот радостно читать. О, стыдно было в первом классе на линейке, когда описался на казенный паркет в актовом зале. От переполняющего чувства стыда подвинулся, поставил в лужу зазевавшегося одноклассника. Стало полегче. Потом водили хороводы вокруг метки, пишет Шмитя. А вы хитрован, Шмитя. Вот как. Так, мне кажется, на детских пляжах только старые фрау с обвисшей грудью сидят. Ничего там интересного нет. Руприхт. Вот опять 25. Это вы кино выбираете или купаться? Если вы купаться и загорать, какая вам разница, кто там сидит? На моем пляже, сейчас скажу честно, последний раз, где вот мы были, было, кроме нас, еще там, ну, 3-4 человека максимум. Одна была юная пара, которая друг другу вслух по-английски книжки читала. А, видимо, в языке тренировались. Я помню, что девушка была рыжая, молодая совсем, и пара. Вот. А еще был один джентльмен, который, видимо, впервые дорвался до пляжа, потому что он был загорел наполовину.
Ну, то есть, видимо, до этого он ходил с голым торсом в каких-то общественных местах, а потом, соответственно, решил загореть второй половиной. Ну, и не могу сказать, что там хоть одна фрау встречалась, фрау не видели. Так, стыдно, может быть, пишет Наиль, только за себя лично. Может быть, стыдно за пранкеров, за Мизулину, за страну. Наиль, вы знаете, иногда бывает за детей или родителей. Вот за близких людей. Вот, опять же, там, за мужа или еще там за кого-то. Мне кажется, что это возможно. Ну, а мама разве вам не говорила? Мне за тебя было стыдно. Ты так себя вел на празднике у Алёши, мне было за тебя стыдно. И вы же верили, что это правда? И на самом деле такое могло быть? Или там что-то такое отчебучил, и видишь, как мама покраснела. Это вот оно и есть, когда стыдно не за себя. Хотя, не знаю, родители и дети, это же такая связь. «Как не стыдно признаться, — пишет Серж, — я недавно стырил книгу. Но это дело обычное для образованного и интеллигентного человека. Серж, вообще-то это стыдно, тырить книгу. Тем более в наши дни, когда, с одной стороны, книги очень дорогие есть, а с другой стороны, есть огромное количество мест, где книги совершенно бесплатны. Есть масса всяких кроссбукингов, того-сего, уж не говоря про то, что электронную иногда можно стырить в том смысле, что скачать бесплатно, а иногда и за небольшие деньги. Так, стыдно и совестно – это одно и то же, Игорь. Интересный вопрос, но в программу говорим по-русски, потому что мне кажется, что близко. Хотя есть нюансы. Так, принять закон об обязательной кремации, разведение праха. Спасибо большое, вы такие милые вещи предлагаете. Мы уже, кстати, недавно объясняли, обсуждали эту тему. Так, в первом классе опять, Игорь, господи, вот одно, все стыдные истории из детства, они сводятся именно к этому. В первом классе на перемене описался, во втором классе на физкультуре обкакался. Как вы думаете, было ли мне стыдно за что-то прочее потом, после таких детских позорищ? Конечно, нет, правда, подобных фиасков впоследствии не случалось. Слушайте, а вы знаете, как страшно отправлять маленьких детей в школу? Не потому, что они, там, не знаю, устанут или они там испытают стресс, а именно потому, что в этом возрасте вот все такие ужасные неприятности и случаются. У меня была не такая ужасная, но она, в общем, вполне объяснимая. Меня когда отвели в детский сад, первый раз я уже была большая девица, в последний год только перед школой, там, то есть мне 5, 5 с половиной, вот, и... В первый же день я, играя на площадке, мне попал в глаз кусочек коры с дерева. Ну, мы там что-то вокруг какой-то вишни там или чего-то бузили с девочками. И я совершенно не знала, что мне нужно делать в этой ситуации. У меня к вечеру глаз надулся уже до размеров помидора. И когда моя мама пришла меня забирать, ужаснулась, увидев эту одноглазую девочку, она, естественно, меня схватила и побежала к медсестре. Медсестра сказала, а что она ко мне сразу не пришла? А вот теперь представьте себе, вам 5 с половиной лет, вас первый раз привели в детский сад, у вас случилась неприятность. Откуда вы должны знать, что там есть медсестра? И что к ней нужно пойти? Ну, в принципе, ваш жизненный опыт предполагает такую историю? Мой не предполагал. Ну, так что и все остальные истории, они как раз с тем, что на перемене человек описывался, потому что он просто не знал, как ему поступить в определенной ситуации, и все остальное тоже. Так что это ужасно, вот поэтому всегда боязно за таких хороших маленьких детей, которых отдают куда-нибудь, а там всякое может случиться. Так... Бывало, забежишь в советский ЖЭК за водопроводчиком, там тебя встретят тепло, игнором, провоцируя на взрыв тирадами, взорвешься и все. Виноват ты, и стыдно тебе. Игорь, вы знаете, а в этом что-то есть. Есть люди, которые вот таким образом манипулируют не только в ЖЭКе, но и в гораздо более приличных местах. Сначала тебя каким-то образом провоцируют, а потом ты ведешь себя безобразно. Женщина, что вы кричите? Научитесь себя вести сначала, и все, прекрасно. А до этого тебя тихим, тихим голосом тебя изводили всячески и курощали. А, что? Да, Николай Котов тоже принимает участие в эфире. Так, Илья пишет, одолжишь другу денег на месяц, а он потом не отдает. А напомнить стыдно, и отказать тоже стыдно. Илья, вы знаете, это вообще самая большая драма. У меня была даже такая драма, что я не помнила точно, на какой срок были отданы деньги, но помнила, что вроде как срок уже так сильно прошел. И я, честно говоря, и сумму-то точно не помнила, потому что это было уже достаточно давно. Вот. И вроде как, если
позвонишь просто так, то человек подумает, что я намекаю насчет отдачи. А мне не хотелось намекать, потому что если человек не отдает, значит, не может отдать. А что я буду тогда намекать? И в результате, как дурак, ходишь, вроде как даже пообщаться не можешь с человеком, потому что неловко ему напоминать об этой неприятности. Ну, в общем, идиотская история. А, так, Евгений Спензе пишет, когда Венедиктов, когда тырит книги, как бы одобряя, во всяком случае, не сильно это дело порицает. Если у него стырить, он обозлится. Евгений, зависит от того, какую конкретно. А дарить книги Венедиктов, кстати, очень любит. Если есть возможность кому-то вот что-то хорошее, да, вручить, он прям счастлив. Ну, правда, есть наверняка дорогие его сердцу вещи, которые тырить не стоит. Стыдно признаваться в том, что ты жалкий фрилансер и не имеешь постоянной работы, ни с кем не знакомлюсь, потому что сразу же начинаются вопросы о работе, пишет нам П. Послушайте, а почему вы считаете фрилансера жалким? Я вот завидую фрилансеру. Потому что постоянная работа – это постоянный график. Такой или другой. Там, хоть сутки через трое, хоть каждый день 5 дней в неделю. Фриланс, это же наоборот, это прекрасно. В любое время с вами пойдет в театр фрилансер скорее, чем человек, который до 9 там на работе выпучившись сидит. П, вы как-то неправильно себя подаете. Вы измените отношение к этому. Наоборот, я фрилансер, это же здорово. Не знаю. Я, наоборот, слышала только всякие прекрасные истории о фрилансерах, когда человек путешествует из страны в страну. А так как он может на фрилансе писать свои компьютерные программы откуда угодно, то он просто с этим компьютером приезжает, например, в Мексику, поработал там пару недель, а ему денежки пришли электронным способом, дальше поехал. И что вы думаете, если бы он работал в банке и каждый день ходил там с 9 до 5, он был бы лучше? Не знаю. Так... А в Астрахани в конце 70-х в троллейбусах была трафаретная надпись, которая должна была вызывать стыд за безбилетный проезд. Она гласила: «О да, бывают зайцы белые, бывают зайцы серые, а вы какого цвета, товарищ без билета?» Мне даже дошкольнику было понятно, какая это наивность. Наиль, вы знаете, я дошкольникам тоже читала эти стихи. Правда, не в Астрахани, а, по-моему, в Москве. И, честно сказать, мне тоже казалось, что это вообще ни о чем. Потому что каким цветом можно человека... Ну, мы как бы предполагаем, что он пунцовый от стыда. Но мне кажется, что нет. А, так, стыдно очень до сих пор. Скрыл от мамы, что получаю стипендию. Мама приехала в МИФИ, в деканат, упрашивает, чтобы мне дали стипендию. Узнали правду. Очень непоправимо. Маме 87, ничего не помнит. Просил прощения, пишет Борис. Борис, а зачем вы скрыли от мамы стипендию? Неужели бы мама у вас отняла бы вашу стипендию? Интересно. А, так, в школах младшим часто просто не зайти в туалет, страшно и опасно. Сергей, вы знаете, сейчас, в общем, обычно малыши отделены от более старших, и вроде бы никакой особенной опасности, насколько мы знаем, в младших школах вроде бы нет, но не знаю. Не знаю, правда. Мало ли, может, всякие школы бывают. Так, Игорь все волнуется по поводу того, каким словом что определит. Нет, ну говорят ведь же, ни стыда, ни совести. Да, видимо, это разные вещи. Стыд и совесть, наверное. Так, мы общество, живущее по понятиям, а люди скрывают, если поступают не так. Они это тоже считают стыдом, ведь будут показывать пальцем. Страна фарисеев. Таня, все люди, когда что-то делают не так, скрывают это. Это, в общем... Вполне человечно. Нормально. Они понимают, что делают не очень хорошо. Стараются скрыть. Но вы знаете, когда во всяких западных странах люди, например, сообщают о каком-то нарушении сразу же, мы-то думаем, что они стукачи, а они-то думают, что они нормальные граждане. Ну, там, человек выбросил что-то из автомобиля на трассе или там еще какие-то вещи. Они... Как сказать, они не проявляют никакой особенной храбрости, потому что там так сложились обстоятельства, что это нормально. И тот человек, который выбрасывает, он, в принципе, предполагает, что следующие за ним или следующие машины позвонят в полицию. Или если только это не какой-то дикий совершенно гоблин, который вообще не знает никаких понятий о чести. А у нас вот если бы человек на кого-то настучал, ну, наверное, это происходит время от времени, когда там достали люди, которые, не знаю, там ставят на газон автомобиль или еще что-то, звонят куда-то, ругаются, все. Это уже какой-то элемент героизма. Я вот сейчас гражданскую позицию проявлю. И поэтому, мне кажется, эти проявления по-разному стоят.
Так что, может быть, и с тем, что скрывать, а что демонстрировать, тоже зависит от традиции. Так. Фриланс — это очень круто. Дорогой П, это вам из Тюмени пишут. Как только перешла на фриланс, то стала меньше болеть, так как стала правильно питаться, высыпаться. Есть время на утреннюю зарядку. Не промерзаю на остановке в 35-градусные морозы. И работодателю выгодно. Он не тратит деньги на мою технику, на обустройство моего рабочего места. Вот, дорогой П, в следующий раз, вот приблизительно в таких словах, при знакомстве сразу говорит: я крутой, я фрилансер, я здоров, бодр, я могу на остановке в 35-градусный мороз еще и сплясать. Именно потому, что работодатель не душит. И, кстати говоря, можно вставать в то время, когда вам физиологически это удобно, а не когда работодателю пришло в голову назначить ваше начало рабочего дня. Сергей из Тамбова. Вот я фрилансер, работаю в соцсетях одного местного СМИ. Свободного времени много, особо не утруждают. Хотя и платят немного, но как подработка студенту вполне. Или как дополнение к работе основной. Так что фриланс — это очень даже интересно. Ну, слава богу. Вот хоть один повод для стыда мы полностью уничтожили. Андрей, вот мне это очень нравится. Выложите фото с пляжа, можете прислать по Фейсбуку. Конфиденциальность гарантирую. Андрей, зачем? Вам же Таня уже сказала, эстетизма никакого. Зачем вам это? Тем более, что, Андрей, может быть, вы не в курсе, но мне далеко не 25. Поэтому никакого ложного стыда или там каких-то особенных эмоций я по этому поводу не испытываю. Если надо, я, пожалуйста, но просто мне не вижу смысла. Зачем? Так, кстати, можно передачу о фрилансерах сделать, Руприхт. Золотые слова. Так, про зайцев стали писать. А в Запорожье в автобусе часть этой таблички была закрыта какой-то другой нетленкой. В итоге получилось: есть зайцы? Есть зайцы. А ты какого? Вот это, кстати, лучше работает. А какого ты? Есть зайцы? А ты? Да, что-то есть в этом концептуальное. Спасибо, Елена из Нью-Йорка. Так. Вот Ира, кстати говоря, это, видимо, Вадиму пишет. Успокойте звонившего. Главное, чаще вспоминать умершего. До могилы не всегда возможно добраться. Ира, правильно. На самом деле, просто люди мучают человека, зная его больное место. А Руприхт вспомнила. Еще писали: совесть пассажира – лучший контролер. Я, кстати, готова согласиться, что совесть пассажира – лучший контролер. Но, опять же, все зависит от традиции. Если вы считаете, что вы... как бы сказать, никому здесь ничего не должны, то никакая, ну, вы как бы против своей совести не идете. Вы, например, в супермаркете считаете, что это ужасно богатые люди, которые у вас пытаются за еду еще и деньги брать. И поэтому, если у вас есть возможность что-нибудь стырить, то совесть вас совершенно не мучит. То же самое и с транспортом. Если вы считаете, что вот я плачу за этот транспорт, и спасибо большое, он удобный, спасибо, он вовремя приходит, и если бы я не платил, то вам, конечно, было бы стыдно не платить, потому что вот другие люди платят, а я-то что ж такой паразит. Ну, я думаю, что с совестью тоже можно договориться. Руприхт пишет: 5 лет, я бы даже постеснялся сам к медсестре подойти. Руприхт, если бы я знала о ее существовании, я бы, может, и не постеснялась. Но поразительно другое. То, что человек ходит с вот этим вот раздутым глазом красным, и непонятно, что там ячмень или еще какая-то история. И никто из воспитателей даже как-то особо не обратил внимания на такую странность этой новенькой девочки. Так... Диггер пишет: вообще надо хотя бы одного такого радиохулигана как-то уже поймать. Дело даже не в наказании, а интересен путь. Какой человек до такой жизни, как человек до такой жизни дошел, из каких и в чем профит. Диггер, вы знаете, я где-то читала, что очень много звонков подобных. Это вечно меняемые симки, так что их не так легко отсортировать в эфире. Но есть в том числе и звонки из разных мест заключения. Там и иногда проходили, когда речь шла о каких-то не хулиганстве даже телефоном, а каких-то мошенничествах и прочих вещах. Иногда эти симки приводили в места заключения. Так что всякое может быть. А может быть еще какие-то закрытые заведения, не обязательно тюрьмы или там колонии. Так...
Юджин пишет: какое счастье говорить то, что думаешь, и какая мука думать, что говоришь. Не стыдно за хождение по мукам, необходимость в наше непростое время. Юджин, вы все-таки действительно так интересно и затейливо думаете? Или просто хотели нам понравиться? Евгений из Пензы пишет: мне всегда было стыдно купить презики. Всегда жена покупала. Евгений, это же прекрасно, что вы именно сегодня вспомнили в нашей программе, когда весь мир начинает отмечать день борьбы за контрацепцию и всякие другие хорошие вещи. Спасибо большое всем, кто писал. Это программа «Одна. Ночной эфир» Ольги Журавлевой.